Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Это, так сказать, видео посвящено, ну, анонсу, скорее всего, тех работ, которые у меня будут по серии скальп. Скальп, в смысле, от того, что сам клинок похож на скальп. Скальпель, точнее. А не скальп красных кожи, как вы понимаете. Или, блин, на лицах. В общем, будет у меня в начале сейчас то, что есть сталь, это вот Elmax. То, что я делал первый нож. Вот у меня выходит из этого куска три клиночка. Это не отмеченные. Также здесь выходит второй клинок. Вот здесь чуть промахнулся, когда... Ну, у меня были чуть другие размеры, когда я попросил просверлить отверстие перед закалкой. В общем, здесь будет чуть-чуть другой уже клинок, но, скорее всего, не к этой серии. Вот, 4 из Elmax точно. Один будет из S90V. Это из этого куска. Он будет чуть-чуть меньше других. Не потому что куска не хватает, а потому что у меня будут разные чуть-чуть формы, чуть-чуть отличаться там в миллиметрах. И вот такие вот из нержедамаска. Нержавеющего дамаска, вот такой рисунок видно. Ну, две штуки помещаются здесь. Так что 2, 3 и 4 у меня есть уже материал на них. Титан, как я говорил, показывал раньше, у меня есть на все. Я их отжигал, отбивал уже. Также есть винты. По-моему, на 12 штук. Ну, я не знаю, на одну, по-моему, не хватает, надо будет заказать. Форма такая вот у клинка, ну, вы видели. Прежде чем делать такую форму, я вырезаю чуть больше, вот такой вот, с припуском, потому что при обточке у меня чуть-чуть здесь снимается. Потом я подгоняю его к такому размеру. Примерно вот такой вот размер будет. В общем, понятно. Как видите, рукоять тоже должна быть вот такая, а у меня вот изначально она вот такая вот, с припуском. Видите, нехилый такой припуск. Теперь для чего я это видео снимаю? Многие спрашивают, когда будет такая, какой-то, ну, такой-то вид ножей, потому что я говорил, все 13 будут разные. И я решил сделать так. Я сделаю как бы вроде лотереи. Вроде лотереи, и будет мне интересно, и другим людям интересно, и вроде все по-честному. Я покажу то, что я нафантазировал. Основные вот здесь я зарисовал, просто у меня все в голове, а некоторые я зарисовал, некоторые оставил. Ну, начнем с техно, да. Технически такая рукоять будет. Как видите, вот здесь вот у меня прорезь. Планирую, не знаю, получится, не получится. Посмотрим, если не получится, делаю по-другому. Что вот это рычаг, как рука. Это локоть наш. И вот здесь, если отогнуть, назад завести, полностью вот складывается. И клинок можно будет закрывать. Потом также открываешь, и он растягивается. В принципе, понятен. Вторая работа – это такой мотоцикл с мотоциклистом. Мотоцикл будущего. Вот вся рукоять, как мотоцикл. С другой стороны, тоже будет такой же человечек. Но это один и тот же человек. Ну, стиль такого мотоцикла будущего. Стимпанк – это, как я называю, поезд. У меня есть несколько вариантов. Два варианта. При закрытии клинка будет... Ну, вот... Как сказать, наклоняться этот рычаг, крутится колесо и будет двигаться поршень вот здесь вот. Здесь тоже чуть добавим вроде топлива на бака, вот где там пар и тому подобное. Это Немо, так называемое, у меня по Жюль Верну, Наутилиусу, по тискафу вот это вот я планирую сделать. То же самое здесь наклон, только здесь у меня будет планируется... что будет вращаться лопасть такая. Прям внутри здесь будет просверлено, насквозь поставлен винт, и можно с одним или с двумя, посмотрим, как получится, посмотрим, я еще обдумаю это. Это просто с двумя планировал, или с одним, как интереснее будет, как будет интересно смотреться, как будет обыграна вот эта именно рамка, от рамки будет зависеть, от размеров рамки. Ну вот второй вариант поезда, то же самое, только шестеренок больше. И я для себя смотрел, куда будут вращаться шестеренки, как будет двигаться. Ну, это такой неудачный вариант. Так, эти варианты я показал, это обговорил.
Также есть у меня другие варианты. Все эти варианты я буду обговаривать и записывать. У меня вот здесь такой список. Первый я уже сделал. Как вы понимаете. 13 будет однозначно череп с цифрой 13. Там интересный будет дизайн. Теперь я написал вот такие вот бумажки. Сделал. Здесь написаны названия всех оставшихся 11 штук. Я буду вытаскивать, несмотря, чтобы... Не буду смотреть, вот так вот наклоню и будем вытаскивать. Чуть камеру поднимем сейчас. Вот я не смотрю. Глаза мои, как понимаете, с этой стороны. Я не вижу там, что есть, происходит. Вытаскиваем, сейчас будет под номером 2. Стимпанк часы. Запишем. Вот второй номер, у меня будет стимпанк часы. Так. Вот. Третий номер, техноробот. Техноробот я вам показывал. Вот он. Это условные названия, потом будет меняться, конечно, названия все. Это просто для себя. Чтобы я понимал. Стимпанк поезд. Стимпанк поезд, как я говорил, вот это вот вариант. Ну и вот тут ниже есть который. Никакого монтажа. Не смотрим. Техномото. Дракон, Китай. Китайский дракон, сейчас объясню. Подождите, это второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дракон, Китай. Будет накладки из черного, планирую черного рога буйвола. Вся вот такая накладочка рога буйвола. А здесь накладка из кости. Может, если достану буйвола, если куплю его. Покупает за границей, так что не знаю, там как с ценами получится. Если нет, то обычная кость. Хочу с черной, с белой, что-нибудь такое попробовать. Интересно будет смотреться. Я один раз сделал с мамонтом. Тоже неплохо смотрится, но вот. Так. Стимпанк. Хам. Ой, не стимпанк, это с Тимаскусом. Хамелеон. С Тимаскусом. Хамелеон у меня будет с Тимаскусом. Там даже у меня не Тимаскус, у меня Злати, есть уже купленный кусочек. Хамелеон. Очень интересная будет работа, необычная. Там будет коромысло, вот когда закрывается. Вот смотрите, интересная такая придумка. Вот здесь будет изображена такая плашка. Сверху из Тимаскуса накладка в виде хамелеона. А вот этот вот... Забыл. Ну, вот эта штука. Это как язык хамелеона. Рычаг вот этот. Вот второй дракон. У меня их два. Чуть разные. Я так планировал. Практически одинаковые. Просто хочу сделать. У меня два варианта есть интересных. Как два близнеца. Так как раз рядом они находятся. Так. Вот и он. Нудист-самолет. Что такое нудист-самолет? Это планирую. Обшивка самолета. Ну, знаете. Такие листочки. И заклепками. Это самый простой из всех вариантов будет. Ну, это не совсем нудист, конечно. Но... Так условно назвали.
Уже мало осталось. А, вот. Цой и Че. Это Че, это Че Гевара. А, с одной стороны... С одной стороны... Кирпичная стена. Изображение Цоя. А, в общем, Цой жив. Такое условное изображение. А с другой... Всем известное изображение Че Гевары. В общем, Че Гевара тоже не умер. И Че. 10 номер. И осталось 2 штуки. Этот дирижабль стимпанковский. Я так сократил. И последнее, то, что осталось. Так, не хочет вылазить. Наверное, нехорошая работа получится. А, Наутилюс. Ну, это самая сложная, по-моему, из всех работ. Это, по-моему, самая действительно трудная. И, надеюсь, получится. В общем, на этом мы остановимся. Вот весь список. Первую работу увидели. Дальше, надеюсь, будет не хуже. А пока все. Всем пока, всем здоровья. Подписывайтесь, если не подписались.